Привет, ребята! Посмотрите, я навел идеальный порядок на моей кухне, чтобы отправиться в кулинарное путешествие по нашей стране. А вы хотите вместе со мной? Отлично, тогда берите кастрюльки и сковородки, открывайте свои кулинарные книжки. Прямо сейчас мы начинаем! С вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа! Сегодня мы можем познакомиться с блюдами, которые готовят на мысе Челюскин. Или узнать, чем угощают в ауле на горе Рогдан. Захотим, попробуем то, что едят в самой западной точке России, в Балтийске. Или изучим кухню эскимосов на мысе Дежнев. А где же мы возьмем рецепты, спросите меня вы? Они хранятся здесь, в моем кулинарном путеводителе. Здесь они аккуратно разложены по регионам. Вот смотрите. Б. Бурятия. Т. Тюменская область. Х. Хабаровский край. Осталось только выбрать, куда же мы с вами отправимся в путешествие. Но, как обычно, этот выбор я предоставлю моим помощникам. Это Миша Степочкин. Ему 6 лет. Миша мечтает научиться играть в хоккей и стать сотрудником ДПС. А это Алина Черкезова. Ей тоже 6 лет. Алина занимается спортивными бальными танцами и шахматами. Привет, ребята! Привет! Привет! Обхлоп! Обхлоп! Я так рад, что вы приехали ко мне в гости. Ну, рассказывайте, где вам уже удалось побывать, что там вкусненького попробовали и как вы туда добирались? В Сочи на пляже мы жарили мидии и собирали их с пирса. Я ездил в Коломну и пробовал там пастилу. Интересно, а куда же мы с вами сегодня отправимся? И главное, на чем? Давайте сами что-нибудь наколдуйте. 3-4! Путешествие, ура! Ехать нам скорее пора! Ух ты! Кто это? С рогами? Давайте посмотрим. Это... Олень. А знаете, как его зовут? Олежка. Ну что, отправимся в путь? Угу. Поехали, Олежка! Спасибо большое, аккуратненько нас довез. А куда же он нас привез? А? К сундуку! А что же хранится в сундуке? Регионы нашей страны. Какие вы молодцы! Вы, наверное, смотрели мои прежние передачи, да? Понятно. Ну что ж, тогда нам нужно определить, кто же будет вытягивать регион нашей страны. Эники, Беники ели вареники, Эники, Беники бомс. Вышел пузатый матрос. Значит, Миша будет пузатым матросом. Открываем сундук. Достаем регион. Вытягивай, Миша, вытягивай, вытягивай, вытягивай. Ну что, достал? Да. А сегодня мы с вами отправляемся в Коми, в республику Коми. А вы знаете, какие достопримечательности есть в республике Коми? Столбы выветривания. Да, верно, это столбы выветривания. Маньпупунёр или мансийские болваны. А еще там протекает дивная северная река Печора. Скажите, какой главный город этой республики? Сыктывкар. Сыктывкар. Да, верно. Ну что ж, тогда ищите республику Коми на карте. Севернее, холоднее. Вот. Да, отлично, ребята. Прекрасно. Клейте веселого поваренка на республику Коми. Мне кажется, самое время нам отправиться в республику Коми. Олежка, эх, отвези-ка нас в республику Коми. В путь. 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 Отлично, поскакали. И оп. Ну вот, мы с вами и добрались. И сейчас самое время познакомиться с кулинарными традициями республики Коми. Должен вам сказать, что блюда здесь не очень сложные, но вместе с тем весьма вкусные. Чаще всего здесь едят каши, на втором месте по популярности мясные похлебки. Ну а если вам хочется вдруг чего-нибудь вкусненького, то... Пожалуйста. Шанги с брусникой. Делают их с брусникой, творогом или картошкой. Ой, смотрите, какая красота. Называется это блюдо черенянь. Это такой рыбный пирог, причем надо сказать, что рыбу в него кладут целиком. А это суп комашит. Это такой кислый суп. Делают его из овсянки с простоквашей, а подают его со сметаной. Рыба по коми.
Я думаю, что это блюдо говорит само за себя. И весеннее пюре. А делают его из картошки. А знаете, почему оно зеленое? Почему? Потому что туда добавляют прокрученный на мясорубке щавель. Но должен вам сказать, что это не все блюда местной кухни. Огромное множество таких блюд хранится в моем кулинарном путеводителе. Осталось только открыть его и выбрать какое-нибудь блюдо. А кто же будет это делать? Я. Давайте отправимся с вами в игровую, там немножко поиграем. А вот победитель и будет выбирать рецепт первого блюда. Олежка, Олежка, отвези нас в игровую. Конечно! Держи, Алина, Олежку. Поехали! О, прискакали. Спасибо, Олежка. Ну, а мы с вами в игровой. А помните, совсем недавно я вам рассказывал про столбы выветривания? И выглядят они вот так. Видите, какая красота? Угу. Перед вами лежат вот такие вот строительные материалы. Сейчас из этих строительных материалов я предлагаю вам сделать столбы выветривания. Вот чей столб выветривания окажется больше, тот и победил в нашей игре. Тому и читать рецепт первого блюда. Берите строительные материалы и начинайте скорее строить. Я буду строить с вами. Пора начинать обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один с ниточкой, один с иголочкой. Иголочка ломается, ниточка обрывается. Стоп, 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 стоп. Время вышло. Давайте посмотрим, чей же столб выветривания оказался выше. Миша, какая красота! Он у тебя немножко наклонной формы, да? Да. Ну-ка, Алина, у тебя очень прочный столб выветривания, и просто так его не разрушишь. И я думаю, что в этой игре побеждает Миша. Ты не против, Алина? Давай устроим ему аплодисменты. О, прискакал Олежка, чтобы нас отвезти на кухню. Держи Олежку. Поскакали! Вот и добрались. Спасибо Олежке. Олежка очень веселый. Песни поет, сказки рассказывает по дороге, правда? Так, Олежка пускай отдыхает, ну а мы с вами будем готовить. Напомните-ка мне, кто самый лучший строитель столбов выветривания? Ты, Миш? Да. Тогда открывай кулинарный путеводитель на букве К и читай. Я выбрал картофельный сочный. Разомните горячий вареный картофель. Добавьте соль, сметану, яйца, муку. Перемешайте, разделите на шарики, сделайте лепешки, посыпьте их мукой и выпекайте в духовке при температуре 220 градусов. Ух ты, как здорово ты читаешь! Какое интересное блюдо ты выбрал! Ставь кулинарный путеводитель на место, он пока нам не понадобится. Скажите, а вы когда-нибудь пробовали картофельную запеканку? Да. Ну и как, понравилось? Да. Ну вот картофельные сочни в 10, нет, в 100, нет, в 1000 раз вкуснее картофельной запеканки. Верите мне? Да. А, это хорошо, что вы мне верите на слово. Но я предлагаю вам это все-таки проверить. Сейчас нам нужно выставить на стол продукты. Осталось только произнести волшебные слова. Сим-салабим, готовить хотим! Ух ты! Вот они! Ух ты. Так, яйца на месте, мука на месте, соль на месте, масло на месте, сметана на месте, картошечка уже сваренная. Вот так поварёшечка! Спасибо тебе большое! А с чего мы с вами начнем? Наверное, нужно размять картошечку, да? Да. Так, для этого нам понадобится вот такое вот большое блюдо. Так, выкладываю картошку в блюдо. Прежде чем толочь, туда нужно добавить что? Сметану. Сметана. Так. Сметанку добавили. Теперь нужно добавить яйцо. А как мы будем бить яйцо?
Смотрите, если вы вдруг соберетесь бить яйцо ножом, то должен вас предупредить, что бить нужно тупой стороной ножа, чтобы не обрезаться. Ты будешь бить об краешек миски яйцо, а ты будешь бить ножом, Алин. Хорошо? Отправляем яйцо, картошку и сметану. Теперь можно толочь. Как-то скучно, да? А главное, тихо. Надо как-то добавить громкости в этот процесс. Я думаю, что нужно попросить нашу волшебную поварешку принести какой-нибудь музыкальный инструмент. Раз, два, три. Поварешка, бубен, принеси. О! Отлично! Процесс пойдет гораздо веселее. Предлагаю вам игру. Называется она «Белый шаман». Для того, чтобы играть в белого шамана, нам нужно три человека. Один бьет в бубен, другой повторяет этот ритм, ну а третий толчет под этот ритм картошку. Начинай толочь картошку, а мы с Мишей попробуем задать какой-нибудь ритм. Повтори. Отлично. А теперь задай какой-нибудь ритм ты, а я попробую его повторить. Ну, как сложно. Повторил? Алина, может быть, ты хочешь ударить в бубен? Да. Давай, Миш, ты будешь толочь картошку, а мы с Алиной будем бить в бубен. Держи. Прекрасно, браво! А теперь попробуй задать сама какой-нибудь ритм, чтобы я его... Все точно? Нет. Ну, покажи еще раз. Угу. Все точно? Угу. Пока мы с вами играем в белого шамана, картошка у нас уже растолклась. Самое время немножко посолить и добавить муки. Добавляю ложечку муки. Отлично. И еще ложечку. А я пока побью в бубен. По-моему, у нас здорово получилось. Сейчас мы с вами сделаем настоящий конвейер по производству сочни. Я уже придумал, как это сделать. Я буду из этого теста делать маленькие кусочки. Алина будет делать из этих кусочков шарики. Ну а для Миши будет очень важная и ответственная работа превращать шарики в лепешки. Когда мы будем лепить наши сочни, хорошенечко нужно посыпать стол мукой. А для чего? Для того, чтобы сочни не прилипали к столу. О, это верно. Замечательно. Готовые сочни мы будем выкладывать вот на этот противень. Так, первый кусочек. Пожалуйста, лепи из него шарик. Вот второй. А сколько мы будем лепить? Три. Три? Для кого? Для Ромы, Алины и Миши. Ну, мне кажется, что для такого огромного противня три сочни – это слишком мало. Давайте слепим побольше. А для кого же будут остальные сочни у нас? А, ну раз мы с вами путешествуем по Коми, то давайте придумаем кого-нибудь, кто начинается с буквы «К». Для него и будут следующие сочни. Карась. Карась. Неплохо. Кошелот. Кошелот. Супер. Крокодил. Крокодил. Замечательно. Креветка. И для кого будет еще один? Кабан. Для кабана нужно побольше сочни, да? Он же большой. Сочни приготовили? Ага. Наверное, надо прибраться и руки помыть. Да, зато руки. А у меня все в муке. И у меня все в муке, и в тесте. Давайте позовем... У меня тоже в тесте. Фею чистоты. А знаете, как ее звать? Нет. Раз, два, три, фея, прибери.
Запомнили? Ага. Давайте, только нужно очень громко ее позвать. Раз, два, три! Фея, приберись! Ух ты, какая феюшка, молодец! А сейчас мы отправим наши сочни в духовку на 10-15 минут. Кстати, а вы помните, что пользоваться духовкой дети должны? В присутствии взрослых. Молодцы, все-то вы знаете! Оп. Так, ну а пока наши сочни запекаются, предлагаю устроить викторину. Сейчас вы будете по очереди называть блюда, которые готовятся в духовке. Готовы? Угу. Начинайте. Пирог. Пирог, да, здорово. Твое блюдо? Хлеб. Хлеб. Да, конечно, хлеб можно готовить в духовке, отлично. Так. Мясо. Да, мясо. Ну? Курицу. Курица, конечно. Запеканка. Запеканка, да. Картофельная или творожная? Творожная. Творожная, да, хорошо. Картофельная запеканка. Картофельная запеканка, супер. Шарлотка. Конечно, шарлотка, грушевый пирог, да еще много ягодных пирогов и прочей вкуснятины можно запечь в духовке. А пока мы с вами устраивали кулинарную викторину, наши сочни приготовились, и самое время их доставать из... духовки. Верно. Так, берем прикладочку, аккуратно достаем сочни. Красивые. Вот они какие красивые. Румяные. Румяные и очень-очень горячие. Ну, осталось на них положить по маленькому кусочку масла и можно подавать. Пока я переложу сочни в тарелочку. Алина, ты нарезай маленькими-маленькими кусочками масла. Ну, а ты, Миша, выкладывай масло на сочни. А я вам напоминаю, что ножом дети должны пользоваться в присутствии взрослых. Как вы думаете, мы все сочни намазали маслом? Да. Отлично, тогда объявляем. Наши сочни... готовы! А готовили мы сочни так. Мы размяли горячий картофель, добавили соль, сметану, яйца и муку. Перемешали, разделили тесто на шарики и сделали лепешки. Лепешки мы посыпали мукой и запекли в духовке. Друзья мои, сегодня мы вместе с Мишей и Алиной путешествуем по Коми. И наше путешествие продолжается. Только что мы приготовили первое блюдо, которое называется... картофельные сочни! Верно, молодцы! Я думаю, что нам стоит отправиться в игровую, там немножко поиграть и с помощью игры определить, кто же будет читать рецепт второго блюда. Олежка! 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 Вот и Олежка, Олежка пришел. В путь, друзья мои. Поехали! Сейчас мы с вами будем играть в игру под названием «Командир». Игра эта очень простая. Перед вами стоят много-много брусочков и один вот такой вот брусочек повыше. Зовется он «Командир». Ставлю его в середину. Перед вами есть вот такой вот мячик. И мячиком вам нужно будет выбить командира, то есть повалить его, но так, чтобы обычные брусочки при этом не упали. Понятно? Угу. Так, ну, кто будет первый бросать? Я. Ты, Алина, хорошо, давай. Кто больше собьет обычных брусочков, тот и проигравший в нашей игре. Давайте. Да! Ах, командира ты сбила. Но сбила и один брусочек. Миша, пожалуйста. О, это аплодисменты, это чемпионский бросок. Держи. Так, теперь твой бросок, Алина. Ага, командир-то не упал. Вторая попытка Миши. И у тебя тоже остался стоять командир. И третья попытка. Да, командир упал. Командир остался стоять. А брусочек-то упал. И в этой игре побеждает Алина, потому что Алина сбила один брусочек и двух командиров. Ну а Миша выбил одного командира и один брусочек. Наши аплодисменты Алине. Алина, мы тебя поздравляем. Ну а нам пора отправляться на кухню, чтобы читать рецепт второго блюда. Поскакали на кухню! Поскакали! Ну что, командир полка, нос до потолка, как говорили в моем детстве. Бери кулинарный путеводитель и выбирай рецепт второго блюда. Я выбрала айкинский салат. Миша, прочитай, пожалуйста.
Натрите на терке редьку и морковь, нашинкуйте капусту, перетрите ее солью, а затем смешайте с редькой и морковью. Полейте растительным маслом, поперчите по вкусу. Алин, ставь кулинарный путеводитель на место. Надо выставить продукты, правда? Да. Я буду орудовать волшебной поварешкой, а вы будете громко говорить волшебные слова. Сим-сабабим, готовить салат хотим. Опа! Продукт. Ай, горячая поварешечка колдовала хорошо. Я предлагаю начать с того, что мы будем нашинковывать капусту. Друзья мои, ну а я должен вам напомнить, что пользоваться ножом дети должны в присутствии взрослых. Ребят, я надеюсь, что вы не обидитесь, если я постараюсь нашинковать капусту сам. Дело это непростое, а вы еще у меня маловаты. Кто у вас дома вообще обычно готовит? Мама, папа, бабушка или дедушка? Мама. Мама? Мама. Капуста у меня готова, теперь ее нужно натереть хорошенько солью. Сейчас я достану большую миску. О. Вот. Высыпаю туда капусту. А вы натираете ее солью. Держи, Миш. Высыпай половину ложечки. А кто помнит, как называется наш салат? Айкинский салат. А вы знаете, что название для этого салата я придумал сам? Давным-давно я был в Коме, в селе Айкино. И местный житель меня угостил вот таким вот салатом. И он уверял, что рецепту этого салата более 400 лет. Именно столько же, сколько и селу Айкино, которое находится в Коме. Дайте-ка я посмотрю, хорошо ли вы капустку промяли. А, капустка-то сок выпустила. И я должен вам сказать, ай, как хорошо вы помяли капустку с солью. Ну, молодцы, молодцы, зайчики, молодцы. Все? Да, все. Я думаю, что сейчас вам нужно помыть руки. Идемте со мной. Мы помыли руки, вытерли их салфеточкой. И сейчас мы перейдем к другим овощам. Вот редька, вот морковка. Давайте я натру редьку, а вы натрете морковку. Хорошо? И вы помните, что пользоваться теркой нужно очень осторожно. Дай-ка я посмотрю, как ты там натираешь. Уже хорошо. Ничего, да? Давай я тебе помогу вот так. Тут главное не торопиться. Ох, как ароматно пахнет редька. Всю морковку тереть не надо. Ну, потому что Олежка на меня сегодня с утра обиделся. У вас остались маленькие кусочки морковки? Давайте. Этими кусочками я и угощу Олежку. И кусочек редьки. Редьку он тоже обожает. Ну, а мы добавляем наши овощи в салат. Морковку. Так, берем. Такой красивый получается. И добавляем редьку. А теперь наш салат нужно солить или нет? Нет. Почему? Потому что мы уже капусту посолили. Верно, потому что мы уже капусту посолили, а нам понадобится растительное масло. А какое это масло? Угадайте по запаху. Чем пахнет? Подсолнечником. Ну-ка, понюхай. Подсолнечником? Да, пахнет семечками. И помешайте как следует. Держали. Сразу предупреждаю, побольше надо перчить. Я очень люблю перец. Миша, очень. Ты любишь острое? Да. Интересно. Ну, давайте тогда кладите сами, но не очень много, потому что блюдо может получиться очень острым. Все, достаточно? Все, достаточно. Замечательно. Перемешали хорошенько? Да. Молодцы, ребят. И должен вам сказать, что... Айкинский салат! Почти готов. Осталось только его красиво выложить на тарелочку. А готовили мы салат так. Мы нашинковали капусту и перетерли ее с солью. Затем натерли редьку и морковь. Все перемешали, поперчили и приправили растительным маслом. Друзья мои, у нас остались два маленьких кусочка морковки и кусочек редьки для нашего друга Олежки. Пускай у него будет сегодня пир на весь мир. Он прекрасно потрудился, возил нас сегодня. Давайте поблагодарим Олежку. Скажем ему спасибо, Олежка. Спасибо. Спасибо. Мы с вами прекрасно попутешествовали по республике Коми. Вы отважные путешественники, знатные кулинары. Но я знаю, что это не все ваши достоинства. Вы мне принесли кое-что интересное, правда? Да. Но мне не терпится увидеть. Давайте, доставайте ваши поделки. Какая красота!
Ух ты, вот это да! Спасибо, Миш, это потрясающе, это очень красиво, спасибо. Так, Алина, это сахарница. Вот такая банка у меня получилась. Спасибо вам большое, ребята, спасибо, Миша, спасибо, Алина. Ну, а вот такие замечательные блюда мы научились готовить вместе с моими помощниками. Это айкинский салат и картофельные сочни. Ну, а я вам напоминаю, что сегодня мы путешествовали по республике Коми, научились готовить вот такие местные блюда, познакомились с достопримечательностями, играли в местные игры. Но на этом приключения не заканчиваются, ведь вместе с Эстабелло можно получить новые навыки, стать уверенной в себе, сделать сотню открытий. Эстабелло – это увлекательный мир игры, фантазии и воображения для маленькой девочки. Все как настоящее, только маленькое. Ну а если вы хотите стать участниками нашей программы, то нечего стесняться. Пишите нам по этому адресу, присылайте свои заявки. Вам, конечно же, повезет. Мы пригласим вас в гости. Будем готовить вместе. Пока! Пока!